В Махачкале проходит открытый чемпионат и первенство города по стрельбе из лука. Старт в них взяли около 100 участников. Победители и призеры определятся в стрельбе на 12 и 18-метровых дистанциях не только с классического, но и с блочного лука. По итогам турнира наставники сформируют команду для участия в чемпионате Дагестана. Он пройдет в середине декабря.